и Снежана. Снежана или Оля. А для того, чтобы мы это знали, сейчас будем учить английский язык. One, two, three, in three. Hana, two, set. Понял? Запомнили? Запомнили? Считаешь громко. Давай. Hana, two, set. Все запомнили? Едем в этом году в Корею. Все. Прям едем на чемпионат по вайкингу. Первый урок корейского языка состоялся прямо сейчас. А теперь громко. Judges, you ready? Hana,